Духовой оркестр театрально-концертного центра «Щелковский театр» уже более 20 лет является неотъемлемой частью культурной жизни Щелково. Возродить в муниципалитете давнюю традицию, когда в городских парках звучали духовые оркестры, решили в 2001 году. С тех пор изменилось многое, но бессменным главным дирижером и художественным руководителем остается Александр Бузилюк. Творчество музыкантов ценят не только в нашем городском округе. Окунуться в волшебный мир музыки и встретиться с любимыми мелодиями и исполнителями пришли и жители соседних округов на концерт Щелковского духового оркестра «Очарование классических мелодий». В честь 150-летия великого русского композитора Сергея Рахманинова Квантину Алеко из оперы «Алеко» исполнил композитор, мастер вокального искусства, лауреат российских и международных конкурсов, солист духового оркестра Щелковского театра Сергей Коваленко. Что ж сердце бедное трепещет, какою грустью я Песню «Маританы», звучавшую в фильме «Дор Сезанн де Базан», исполнил лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Есин. Оркестровая интермедия, написанная Николаем Римским-Корсаковым для его оперы «Сказка о царе Салтане», прозвучала в исполнении Щелковского духового оркестра. Гимн о женской красоте, арию Роберта из последней оперы «Иоланта» Петра Чайковского спел заслуженный артист России Виктор Сухонос. Она только взглянет, как молнии ранит, и пламя любви зардеет в крови. Она засмеется, и песни зальется, и шепчика врет, лицо осветет. На концерте классической музыки вспомнили работника культуры городского округа Щелково, ведущего мероприятий Алексея Языкова, который ушел из жизни в январе этого года. Солистка Национального академического оркестра Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов Людмила Троцевская вместе с лауреатом всероссийских и международных конкурсов «Хрустальным голосом России» Александром Югорским в сопровождении Щелковского духового оркестра в память о нем исполнили одно из его любимых произведений классической музыки. Классическая музыка – выбор настоящих ценителей искусства. Очарование классических мелодий подарили зрителям лауреаты всероссийских и международных конкурсов Екатерина Мароходова, Сергей Есин, Екатерина Мелехова, Сергей Коваленко, Алена Белоусова, обладатель звания «Хрустальный голос России» Александр Югорский и заслуженный артист России Виктор Сухонос. Евгения Корыська, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.